Свой репортаж Хэллоуин в клубе «Радмир». Прямо «Казан» начинает из припати бара «Опиум», где свою колбасно-прогрессивную заупокойную мессу играет Роман Июльский. Значит, мы здесь встретили конкурентов. Я всегда подозревал, что наши конкуренты в этом шведском этом городе – это не чистая сила. Это черная какое-то, черные силы, короче. Внешность обманчива, мы на самом деле очень светлые, добрые, положительные. Но я надеюсь, что вы меня не вырежете из вашего репортажа. Взаимно. Добрый вечер, мессир. Представьтесь, пожалуйста. Граф Дракула. Его Дракулина. Это первый Хэллоуин, который мы празднуем, поэтому решили подарить к этому ответственно. Ну, расскажите о себе, где вы живете? Меня зовут Владимир, я живу в замке, в роскошном замке, немного старом, но... Ну, со в замке своей... на Северно-Салтовке где-то, да? Ну, в центре. В центре, да. Неплохо. Скажите, кто вы вообще? Ну, Спайдермен, да. Мамка Спайдермена. Где же вы взяли такие прикиды? А? Роскошные. На секонде, на героев. Там недорого было. 20 мой, 30 его. Что вам сказать, что для мертвецов они слишком резвые? Дело в том, что мы сегодня пришли сюда поколбаситься. Вот такая фигня. Шуруп вкрутил кто-то тебе в башку. Ты ж черт, да? Очевидно. Извини, дружина, это заметно. А мы покупаем души. Вот, точнее, продаем. А у вас бизнес тут. Естественно. Мальчик, но с красными губами. А вы знаете, в нашей жизни так не хватает иногда мужской любви там. Поэтому я сегодня в таком образе. Борода роскошная. Спасибо. Какой это? Как это? Каждому такой. Только не говорите, что у Кондита, только не это. Ну почему не сказать, как Антонио Бандерас или Джонни Депп? Дурацкий клубный праздник в году — это Хэллоуин. Такое количество симпатичных, приятных лиц, как сегодня в «Радмире», я не видел давно. Что? Это не важно.